Коснутся ли эти санкции обычных людей? Возможно, коснутся, потому что такое ощущение складывается, что какая-то идет такая политика на тему того, что кто-то плохой, кто-то хороший. И обычный человек, который смотрит телевизор или читает СМИ или в интернете, да, все равно у каждого человека складывается какое-то определенное мнение, определенный настрой. И, конечно же, наверное, через какое-то время, наверное, к сожалению, могут возникнуть какие-то такие нюансы, как, может быть, было, вот кто там помнит во время, там, я не знаю, холодной войны или там что-то, да, то есть какой-то такой не очень, может быть, правильный настрой. Очень долгое время, я так понимаю, пытались это все сгладить и настроить людей больше на миролюбивое, позитивное настроение. То, что сейчас происходит, наверное, как-то отразится в мышлении людей, в их восприятии других стран, мне кажется, отразится, безусловно, потому что очень много мы не знаем, что там говорится, мы не знаем, что здесь происходит, и обычный человек, он также, вот как и мы с вами, да, смотрит и что-то слушает, и у каждого человека складывается определенное мнение, безусловно, по сути происходящего, и, конечно же, это будет как-то влиять, и, наверное, и на туризм повлияет, и на какие-то нюансы, да? Ну, мне кажется, так.